Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Давайте вскрывать ее, посмотрим. По-моему, это с магазина GearBest, или может Gamis, или Rosegal, или какой-то из этих магазинов, в котором мы таримся постоянно. Вот. Или даже Banggood, или TomTop. Потому что, по-моему, я его на TomTop покупал. Ну, в любом случае, будет ссылка в описании к видео. А давайте посмотрим. Коробка, видите, открыта, вот, ну, немножко здесь помято все. В общем, такая помятая коробка. Вот этот робот. Я его видел в магазине, но цена была на него немножко неадекватная. Жене моей он понравился в магазине, она обратила мое внимание на этого робота в магазине, и поэтому пришлось его купить, потому что... Так, наверное, здесь нету батареек, но вот тут так вот он выглядит. Здесь вот ножки у него ездят. Здесь, получается, с двигателем, наверное, а здесь без, потому что колесики свободно крутятся, а здесь с усилием. Немножко нога испачкана, видать, где-то он уже, вот и здесь немножко потерто, видать, уже он где-то танцевал до того момента, как попасть мне в руки. Вот здесь у него внизу такая штука, робот 08, щелчками крутится, и вот здесь тоже какая-то грязь у него на лбу. Ну, оттирается. Видать, клей или что-то. Надо будет просто оттереть ее. Ну, давайте посмотрим, сколько здесь нужно батареек. И проверим его. Так, нажать. Вот. Итак, нужно 3 пальчиковые батарейки. Сейчас мы их найдем и посмотрим, как он пляшет. Каждый раз, когда куда-нибудь вставляю батарейки, понимаю, что нужно купить батареек или принести из дому заряжаемые, и все время забываю. И поэтому у нас в каждом обзоре разноцветная солянка из разных батареек. Кстати, ноги вот так вот двигаются щелчками. Вот, я надеюсь, я их не поломал. Вот, руки тоже у них двигаются, у этого робота. Ну, давайте мы его закроем. Батарейки вставили. Батарейки, я думаю, немного разряжены. Вот, но для тестирования робота должно нам заряда их хватить. Вот, ну а батарейки нужно будет приобрести. Итак, включаем робота. Он же танцевать должен, по идее. В общем, я разобрался, то есть ничего тут нажимать не надо, и он должен автоматом был, давайте выключу, автоматом должен был начать играть, крутиться вот эта вот штука у него должна быть, он ездить должен, вот, а у меня он только проигрывает музыку, и все, слышите? В общем, обидно, но пока он у меня не работает, попробую посвежие батарейки вставить и уже закончим, проверим, будет он работать, не будет. В общем, оказалось, что все-таки он рабочий, все отлично, просто батарейки, которые я изначально вставлял, они слабые и не работают. Давайте попробуем, включим его. Вот. Помоги ему, Мирон. За голову возьми, да. Ой, поставила. Хорошими батарейками все работает отлично, только падает он часто. В общем, я написал, когда понял, что он не работает, когда вставил эти батарейки, вот, написал в магазин,
магазин буквально через 5 минут мне ответил, что готовы вернуть деньги. Я подумал, что они, наверное, знают, что товар не совсем качественный, что так моментально согласились вернуть деньги, даже не просили там ни фотографий, ни доказательств и так далее. Вот, но, наверное, надо писать им, что не нужно возвращать деньги, что все работает, все разобрались. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!